Лазарек, все в порядке? У тебя в глазах ложки? Бип-бип-бип-бип-бип. Ой, это мой телефон. У нас срочное задание. Но я хочу мороженое. Не хочешь? Пока, Челси. Рады знакомству. Мы друзья. Интересно, где же ты пропадал? О, это ты, Пузырек? Что у тебя с лицом? Это маска от морщинок. Не пытайся перевести тему. Я шлю тебе свирепые смски весь день. И никакого ответа. Я был занят. Мы с Челси ходили смотреть космический буксировщик. Да как ты посмел? Ты стала странно себя вести. Чепуха! Ты знаешь, Челси пригласила нас в гости, но раз ты устраиваешь мне сцены, я лучше пойду к ней один. Ладно, скатертью дорожка, мне все равно. Вот и пойду. Похоже, у них все в порядке. Иду. Если хочешь знать мое мнение, мы с тобой больше не лучшие друзья. Вот что я думаю о нашей дружбе. Знаешь, Пузырек, раз ты так ко мне относишься, то спокойной ночи, мой худший друг в мире! Два часа спустя. Ну хватит, Пузик, тебе не о чем беспокоиться. Донни любит тебя. Но у этой Челси есть все. Она милая, она поет, у нее приятный голос, и она живет внутри вулкана. Вулкана? Мы знаем еще кое-кого, кто живет внутри вулкана. О, ты про вулкан Новостива? Нет, я говорю не про него. Но это значит... О, это самый странный поход в гости в моей жизни. Да, и на этот раз он продлится всю твою жизнь. Моджо Джоджо, отпусти моего лучшего друга! Челси, тут пришли твои друзья. О, всем привет! Поиграем в наряды. О, так она робот? Да, это самое совершенное из всех моих творений. Слишком хороша, чтобы быть человеком. Я заставил ее заманить вашего друга сюда, чтобы использовать его магию для своего суперлуча. Видишь, вот как использовать волшебство по назначению. Я понимаю, что это зло, и все-таки... О, жил на свете славный единорог. Ла-ла-ла. Пузырек, твоя задача освободить Донни, а мы с Пестиком займемся Моджо и Челси. Хочешь что-нибудь смастерить? У меня есть клей. Не сдаваться, Пестик! Ты хочешь поиграть? Я захватила фломастеры! Порисуем! Еще немножко! Все хорошо, Донни? А я возьму салат с огурцом и лимонад. О, Донни! Я рада, что ты не пострадал! Мы ведь все еще друзья! Вы что, да разве это лимонад? Челси, разберись, последней из супер-девчонок и с ее однорогим дружком. Ладушки, горячие ладушки! Тебе не победить нас, как и нашу дружбу! А я вообще не знаю, где я и почему. Донни никогда не был твоим лучшим другом. Ошибаешься! И ложка дружбы это доказывает! Эта дурацкая ложка вам не поможет! Игры закончились. Ну что ж, девочки, пора заняться этой мартышкой. Ты готов поработать, Донни? А как же иначе? Стой, а что нужно делать? Понежнее. Почти не больно. Ну вот. Вот, тут есть все, чем мы занимались на этой неделе. Прости, что я так ревновала к Челси. Это было глупо, знаю. Пожалуй, да, но мне следовало быть внимательнее. Иногда я веду себя бестактно, сам того не замечая. Я буду очень скучать по тебе. Да, я тоже, мой лучший друг. Поверь, это была самая веселая неделя в моей жизни. Пойдем, Донни, нас ждет волшебное путешествие. Автобус через 15 минут. Теперь билеты? Да что с вами такое?